Марина, я все время думаю о чем-то плохом. Что с этим делать? Если такая темнота в душе и в голове, то нужно представить, что внутри вас есть внутренний фонарик, и вы его включаете и освещаете ваши краткосрочные цели, желания и хотелки. Также представьте, что внутри вас есть большой прожектор, и вы его включаете и освещаете свои стратегические, долгосрочные цели, задачи и мечты. И тогда у вас не останется ни времени, ни места в голове на дурные темные мысли.